финальных сериях сериала «Обман» мы увидим то, как Максим наконец-то узнает правду о том, кто на самом деле является виновницей гибели его брата. Он хочет убить Олесю. Мария просит Илью вернуться к ней, но Ирина просит оставить их в покое. Валентин рассказывает Антону, что он его отец. Антон обвиняет Ирину в том, что она столько лет знала и не давала им с Ольгой быть вместе. Илья, узнав о том, что Антон не его сын, исчезает. Никто не может его найти.